ми вже повертаємось, починаємо навчатися вчити нову добірку слів. До нашої студії сьогодні завітала Ілона Мірзоян, членкиня спілки вірмен України Миколаївської області. І разом із нами сьогодні буде допомагати нам вчити слова і, можливо, трошки розказувати про традиції. Буде Сергій Махно, це чоловік пані Ілони. Так, тому і у нас така сьогодні міжнаціональне подружжя, так, українець і вірменка. Тому я думаю, буде цікаво дізнатися, як ось ці переплітаються традиції. Але перш ніж перейдемо до цього, давайте все ж познайомимось. Ми послухали про страви, знаємо все. І зараз подивимось, як вони пишуться, як читають і перекладаються. Начнемо з лаваша. Лаваш. С ней связана одна история очень давняя, происхождение, так можно сказать. Значит, был один армянский царь Арам. Когда-то ассирийский царь Навуходоносор взял его в плен и поставил условия, ну, так как для царя ассирийского это было не очень достойной победой, и он сказал: 10 дней ты пробудешь здесь, я тебя кормить не буду. Потом мы сделаем состязание со стрельбой. И если ты победишь, ты пойдешь к себе в страну с подарками, с почестью, как подобает царю. Если нет, мы тебя убьем. Вот. Надеялся, конечно, ассирийский царь на то, что он, конечно, от голода потеряет и четкость, и, ну, как может голодный человек состязаться. Вот. Ну, царь Арам попросил привезти ему панцирь. Вот. Войско ассирийского царя отправились к его войскам и сказали: ваш царь просит его панцирь. А они подумали, что здесь что-то не то. И решили, скорее всего, догадались, что наверняка ему нужно что-то поесть. И они приготовили туда хлеб, невозможно было не засунуть, там мясо или что, а панцирь сделан из двойной меди, то есть туда можно что-то еще поместить. То есть тоненький можно было? Да, они приготовили тоненький лаваш, засунули его туда и переслали ему. И так 10 дней. Он каждый раз говорит: это не мой, это не этот панцирь, другой. И вот так войско туда-сюда. И в конце концов он не ослабел. Он выиграл это состязание и с почестью вот так отправился к себе на родину. Ось в чому сила лавашу, так? Що можна так? И по приезду он сказал, что отныне и навсегда лаваш будет во всех армянских семьях, как главное блюдо. Ну, це завжди головна страва. Я коли читала, то досі його виготовляють за якимись традиціями, так, там в печі випікають, і це завжди якось цікаво споглядати на це. Наступна страва у нас. Спас. З ней теж є така історія. На самом деле, на армянском скорее может звучить это как танапур. 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 Но откуда ж произошло вот это слово, тоже есть интересная история. Русские казаки как-то во время военных действий попадают в армянскую семью, ну, голодные, понятно, и вот дома что есть, из чего, это был мацун, конечно, кисломолочный, вот, и они на скорую руку приготовили танапур, и казаки, наевшись уже, ну, уже и сил прибавилось, и все, начали благодарить: спасибо тебе, ты нас спас, спасибо тебе. И вот так осталось по традиции вот именно вот это слово. Больше знают и употребляют в армянских семьях. Ну, приготовим спас. Спас. Это какая-то кисломолочная страва? Да, на кисломолочной основе. Это мацун, туда добавляется дзавар. Это один из сортов цельнозернового пшена, да, он варится, туда еще добавляется взбитое яйцо, сметана. Получается, кстати, его можно подавать и в горячем, и в холодном виде. Так, есть... вы запомнили, как все готовите? Он ел. Так, наступное у нас слово. Следующее это у нас женгелов хац. Это очень знаменитое блюдо. Женгелов хац. Происхождение, конечно, у него с Арцаха, то есть это считается как основным достоянием Арцаха. Даже в 2013 году правительство Арцаха включило его в нематериальное наследие
Арцаха. Ага. Вот. Готовится оно тоже очень интересно. Туда входит от 10 до 20 разновидностей зелени. Да. Ну, знаємо так, що зелень – це взагалі просто якось традиційно має бути у вірменській страві, так, тому що це полюбляється. Це взагалі здорово, що зелень є, але от 12, так? Чи... От 10 до 20. До 20. А вже у кого скільки є, стільки. Це ж не стільки знайти, але бачите, все виходить. Наступне – хаш. Ми про нього трошки чули також в сюжеті. Це такий традиційний суп, так, але з ним я читала, що дуже цікаво, як його готувати і саме як їсти, то розказуйте. Да. Это горячее блюдо, жидкое. Конечно, хаш не готовится каждый день. Это такой семейный такой обед. Если его готовит семья, то обязательно должны участвовать много семей. То есть его не кушают в одиночку. Собираются друзья, семья. Варится он всю ночь. И подается на утро, то есть его на вечер, на день, ну, оно утреннее такое блюдо, подается с чесноком, тоже ж, с сушеным лавашом, с редькой, с зеленью, ну, вот. Тобто це саме ранкова страва, так? Да, только по утрам. И в основном это более зимнее такое блюдо, потому что летом, ну, вот это горячее оно. А вот зимой, поздней осенью начинается сезон, и во всех ресторанах, во всех семьях, ну, начинается вот такое. Так, и остання у нас страва – гата. 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 Это кондитерское изделие уже. О, это же классно. Да, это сладкое. Готовится оно тоже на все праздники. Так, зрозуміли, запам'ятали, так? Ось так вони читаються. Знаєте тепер, що це за страви? І зараз хотіла б запитати у пана Сергія, коли, що ви вперше спробували саме з вірменської кухні? Ну, первое то, что я попробовал, это было, наверное, блюдо такое, мало уделили внимания ему сегодня, это мацу. Вот. Оно мне показалось вначале необычным, но потом мне оно напомнило наше такое известное для всех йогурт. Вот как йогурт, просто без такого какого-то, без добавок. В общем, ну, достаточно очень вкусное блюдо, которое можно добавлять практически во все. В общем, в каши, в различные гарниры. И еще из этого мацуда мне понравилось, что делают другое блюдо, не менее вкусное. Это как наш приблизительно кефир, это называется тан. В общем, такое интересное слово. И он, ну, очень вкусный, и ним тоже очень приятно запивать некоторые блюда. И особенное блюдо мне понравилось из всего того, что сегодня сказали, это жингелевхас. В общем, очень необычное блюдо. И оно мне понравилось тем, что оно необычное. Я первый раз, когда увидел, что столько количества мысок и столько количества зелени, я никогда в жизни не видел. Вот. И когда увидел это приготовление, ну, вначале меня это все насторожило. Вот. Но потом я первый раз попробовал, и мне оно показалось очень вкусным. А когда уже потом второй раз уже готовились эти блюда, то они были для меня, ну, неимоверно вкусными. Особенно, когда запивать вкусно приготовленным таном, который происходит из мацуна. В общем, ну вот такой у меня опыт в плане блюд. Ну, вообще, мне очень все нравятся блюда, которые готовит моя жена. Я очень благодарен Богу за нее, потому что она в этом вопросе очень умеет это делать, и мне от этого очень приятно. Це круто. Тепер ви також почули, крім того, рецепти страв, а й рецепт шляху до серця чоловіка – це смачні страви. А ви, якщо не помиляюсь, 8 років, так, вже разом живете. Сергій, що ви знаєте вірменською мовою? Ну, вірменською мовою, ви знаєте, буває багато чого знаю, а от, допустим, без підготовки я забуваю все, що я навіть знав. Ну, знаю хороше слово таке – «ескерюме». Вот. Что значит, пусть моя жена скажет. Я тебя люблю. Yes, вот, я тебя люблю. Поэтому я думаю, этого достаточно для того, чтобы иметь хорошие, добрые отношения. Круто, дякую вам. Я думаю, наші глядачі також запам'ятають. Тепер, якщо там захочуть якось зізнатися в коханні своїй другій половинці, то можна зробити дуже оригінально іншою мовою, наприклад, вірменською, і дуже воно звучить так ніжно, я б сказала. Дякую вам за нову добірку слів. Ілона Мірзоян, членкиня спілки вірмен України
Луганщини, Миколаївської області. Тамахно Сергій сьогодні були у нас в гостях, розказали нам про традиції, про кухню. Тепер знаєте більше.